У Вот тебя этот. стоит очень маленькая заглушечка. Да, какого-то она опять сюда И попалась. у Так. тебя еще почему-то стоит Амогус. Сейчас все сделаем. У тебя Амонгас здесь на Ну, компе? может быть, и есть. А вам какое дело? Такс. У тебя, по-моему, что-то слетело, да? Да, сейчас настрою. Да, ребят. Макс Иисус, получается. Получается? Получается так. Ну, выходит, что так и есть. Так. Поехали, продолжаем экспедицию. Все, настроились на игру. Начинаем играть. Все, посидели, хуйней пострадали, видосы посмотрели, поговорили. А, бля, проснуться надо, я еще сплю. Мне кажется, кто-нибудь из этих чуваков, чьи видосы ты смотришь, считает эту игру, типа, знаешь, ну, правдой. Какую вот конкретно эту? А, Да. да, что-то похожее происходит, что мы в петле. А, ладно, полетел челнок, я уж ни хера не помню. Поехали к кораблю. А ты вот эту херату фиолетовую нюхал? Пыхал? Ну, пару раз нюхал, но мне друзья предложили. Жесть, сколько всего произошло в прошлую вылазку. Я думал, прошлая вылазка была вообще бестолковая. Я вообще не помню, что было в прошлой вылазке. А Так. это когда Коля был? Была прошлая. А я не уверен, я не помню. Я просто помню то, что я ничего не смог, ничего не сделал, подох на какой-то планете и все. Так. Мне нужна еще одна секундочка, пацаны, и мы приступаем к разгадке. Сразу Я как будто предупреждаю, не спал. все, мы чуть-чуть попиздели, в следующий стрим еще займемся таким чем-нибудь, смотреть, чем вместе будем разговаривать. Сейчас я ухожу в игру, пытаюсь проникнуться, потому что если ты в нее не погрузился, все это говно не работает. Там главное вот жить внутри этой игры, конкретно в момент. Окей. Окей. А, ну это я вообще к чему говорил? К тому, что вот я вот как бы все, переношу все свое внимание на игру. Никаких ни ха-ха, ни хихи, погнали, просто играем. Как бы хочется очень. И долго просили, и самому мне понравилось. Так, сейчас я провода уберу. Остановите ха-ха хихи, ребят. Отложите. Ха-ха, уберите, ребят. Убери от моего лица, ха. Ну что, давайте выберем хотя бы место. Давайте выберем хотя бы место, с какого мы начнем тут продвижение. Так, я считаю, что все, что касается квантовой луны, мы пока оставим. Пока что оставим. К тому же, кое-как вот эти вот... Северный полюс пустотной сферы покрыт снегом и льдом. На поверхности стоят необычные руины на Майе. На Майе нашли способ перемещаться сюда со станции Белая дыра. Здесь они впервые создали технологию гиперпрыжка. Ладно, окей, это я помню. На экваторе Часа Пепла стоит несколько больших башен на Майе. Станция Белая дыра служила образцом при строительстве башен проекта Час Пепла. Здесь еще есть что исследовать. Да есть, знаю. Так, Да, у меня здесь... что-то с голосом. Да вроде бы нет. Игра хорошая, 1К на PS-ку стоит покупать. Но если ты сейчас ее смотреть не будешь, то 100% стоит. Не знаю, очень хорошая игра. Одна из трех капсул на Майе, потерпевших крушение в нашей Солнечной системе. Ладно. Блин, какое бы место выбрать? Здесь что? Энергетический сигнал из-под поверхности. Это что? На Майе приземлились на чужаке, и вскоре после того, как он вошел в нашу Солнечную систему.
А просто вскоре после того, как он вошел в нашу Солнечную систему, оборудование шаттла зафиксировало странный энергетический сигнал из-под поверхности кометы. Я все-таки, да, все-таки в комету можно залезть, да, в задницу туда. Оставшийся на борту на Майке Клэри потеряла связь с остальными после того, как они спустились под землю. Боже, почему в этой игре все такие места страшные? Меня еще как-то один тип, я увидел в чате, прохуесосил, что я веду себя как девочка, или где-то на ютубе, не знаю, в комментариях, что веду себя как девочка, что я боюсь всякой херни и визжу. Ну, ну что, вот ну что мне ему сказать? Ну мальчик мой, ну что тебе мне сказать? Ну что мне тебе сказать? Ладно, походу пора на... Я хочу, наверное, слетать на эту комету. Или на улице, да, да, не помню. Ладно, погнали на эту комету. Или это батя тебе сказал? Погоди-ка, а что-то вы надо мной смеетесь, прикалываетесь. Так, это мне надо все сохранить. Фух, хорошая картинка. Да чего приятная картинка, где купить такое платье? Так, сейчас я уберу лишние браузерки. Я быстро сохраню картинки сейчас. Блять, сука, ну не спамьте. Сука, не спамьте. Так, Steam. Это потом. Ну, вроде, слушай, вроде получше. Настройки снаряжения, режим автопереводчика автоматически. Не, нормально, нормально. Блять, вас такой вас просто, сука. Тут появился, типа, бан на 10 минут. Ага. Но он, знаешь, где? Где-где? В участниках. А, то есть, чтобы так сделать, надо... Да, и бан переместился туда же. То есть, если у тебя 800 человек, допустим, сидит на трансляции, а у чела ник типа ЗЗЗ, то иди в участники, пиздуй там до самого низа. Ну, костыли, ничего не поделаешь, да. Как бы все еще ждем. Идет 6-й год, все еще ждем улучшений. Так. Понятно, эти спам свой начали. Все, не обращай внимания на чат. Там подсказки и спам какой-то. С друг с другом лучше поздоровайтесь, пообщайтесь, познакомьтесь. Хорошие все ребята. Так. Надо вспомнить. Ой, как громко. Можно я чуть-чуть потише сделаю? Что-то мне громко. Вот так мне хорошо. Вам, пацаны, вам так слишком тихо? Так, что я собираюсь сделать? Я хочу, ладно, в этот раз полетим на комету, на чужак. А где он мотается, собственно, этот чужак? А у тебя не указано на карте? Так, где, на какую кнопку карта? Луна. На таб. М. А, вон он. Я рядом с ним где-то. Вот он. Поехали. Автопилот рассчитывает орбиту там и движение небесных тел вокруг небесных тел. Брал у тебя краб из дерева. Согласен. Ребят, кто не видел стримы, где мы до этого играли в эту игру, вы вообще ни хера не поймете. Ни черта, ни секундочки. Это квест, по сути. Я для, был наказан, я тоже не особо понял. Но сейчас, я думаю, тем более непонятно. Ладно, на чужаке приземлились. Чузак. Такс.
Такс, это кто? Шалфей. Возникла проблема. Похоже, комета хочет сковать наш шаттл льдом. Если мы задержимся, шаттл может крепко вмерзнуть. Мой тоже? Кстати, интересно было бы. В таком случае попросим кого-нибудь притянуть его гравитационные пушки на часе угля. Ага. Будет трудно исследовать комету, если мы потеряем доступ к шаттлу. Возможно, не стоило приземляться на темной стороне кометы. Шалфей, кому-то из нас следует остаться в шаттле, чтобы подогревать его и наблюдать за поверхностью. Таволга, хорошая мысль, Шалфей. Будь добра, подожди тут, пока мы с Лака исследуем поверхность. Ага, хорошо. Хорошо. И если мой будет вмерзать, мы бы его сначала переставить на светлую часть? Ух ты, твою мать, блядь! Куда это я собрался? Куда это я собрался? Подожди, что-то происходит. Братан, а как забраться обратно в сраную поверхность? А что происходит? Поверхность. Братан, ну подожди, я только вылетел. Вы гниды конченые, подожди. Бля, Макс, не бывайте астронавтом. Подожди, я только залез. А что это такое там? Что, все? Наручник не поставил, да. Да, наручник не поставил. Что теперь? Иду теперь. Оно летит, хер пойми. Я ебанулся, игра мне ставит палки в колеса. И колеса в палки. Это уже третий раз, третья попытка. Первые попытки, вот которые были, не знаю, штук 6, они были просто огромные экспедиции. Третий раз я только начинаю, меня бросают в открытом космосе. Куда-нибудь нырнуть в можно? В дуру ныряй, чтобы это не значило. Пойду ногами, попытаюсь нырнуть в этот. В черный терновник. Давай. В натуре есть Better TV для вас? Нет. Реально есть? Да, вроде бы. Так, журнал, наверное, сохранился, я не знаю. Надеюсь. Целых 3 оценки. Бля, я надеюсь, эта хуйня мне в жопу не взломает. А что если комета не... что если вот этот челнок не каждый раз в разном направлении? Я просто этого до сих пор не знаю. Я, походу, проебал эту инфу. А может быть, он летит каждый раз на одну и ту же планету? Просто сама планета в разных местах там находится. В космосе. Нихуя я голова. Тяжело держать на шее. Окей, еще раз бортовой журнал. Если у тебя лагает, попробуй перезагрузиться. Если все равно не будет работать, то хз. У меня вроде нормально, Паш, на 720. Мне удалось найти шаттл на Майе, почти полностью вмерзший в лед. На Майе приземлились на чужаке вскоре после того, как он вошел в нашу Солнечную систему. Оборудование шаттла зафиксировало странный энергетический сигнал из-под поверхности кометы. На борту шаттла были 3 на Майе. Одна из них осталась следить, чтобы шаттл не замерз, остальные отправились исследовать чужак. Оставшаяся на борту на Майе Клэри потеряла связь с остальными после того, как они спустились под землю. Короче, там спуск под землю по-любому есть. Мне удалось вернуть шаттл на Майе с чужака. А, то есть я могу вернуть тот шаттл. Более того, я его уже вернул и посмотрел, что было внутри. Я забыл, там был труп одной этой тетки, да? И особо ничего интересного. Окей, мне нужно найти проход под чужак. Я пойду искать еще раз эту комету. И еще мне ее надо поймать на орбите, когда она только отошла от Солнца, иначе меня нас опять снесет нахер. Либо поставить корабль прямо на нос кометы. Ну, не знаю, сработает это или нет. Ну, прикинь, реально, смайлики всякие из FFZ и BetterTV в этом. Давай, это забавно. Реально, на звезде есть BetterTV? Да, я пытаюсь понять, если тут нормальная настройка от модерации.
Где солнце? Твою мать, вот. Так, чужак летит где-то. Вон он. Поехали. Он летит ко мне навстречу. Да. Спасибо. Ладно, попробую сесть ему на нос, чтобы не унесло корабль. Даже если унесет, если найду проход вовнутрь, то и будет не страшно. А что, реально, пацаны, что, работают? Работают смайлики? Да. Хе. Теперь дел на день нет. Присаживайся, дорогой, садись, будем играть. Надеюсь, ты знаешь, что происходит в игре, потому что я, почему-то мне кажется, что не очень интересно следить за ней, если ты не в курсе, что происходит. Тут есть совет от Бусь 18+. Она говорит, что типа вот на этой планете, где водная планета. Ага. Там, типа, ты пропустил, судя по всему, одну хорошую фичу. Я там супер... В общении с девушкой. А, да. Но я там наспех все делал, и я там пропустил, на самом деле, кучу всего! Ах ты, твою мать! Скорость соотнесена. Так, сейчас попробуем поставить корабль как-то. Да, судя по всему, будет штука, которая тебе будет прям полезна. Да я не сомневаюсь. Так... Писельбот говорит, что он только проснулся, ему снилось, что ты подрубил. Писельбот. Едет он на дачу к бабушке. Писельбот. Такс. Я ходил по этим каналам. На каком-то из полюсов, возможно. Давай сначала на южном посмотрим, есть ли вход. А, и давай-ка про... Тихо. Так, и проверим вот так вот. Нет, никаких сигналов я не слышу. Ладно, пойду, пока не настала жопа. А, во, подожди. Лед тает возле солнца. Лед тает возле солнца, я, возможно... Погоди. Лед тает возле солнца. Может, пронесет? Ух ты, страшно, твою мать. Погоди. Пойду ближе. Меня уносит нахер, как и до этого. Я не знаю, братан, лед. Ну, пожалуйста. Слушай, если лед тает возле солнца, значит, мне нужно быть на обратной стороне ее, когда это происходит. Там, возможно, тоже подтает. Я не в курсе точно. Где найти этот вход? Все, я улетел. Проебано. Вернуться не сможешь? Что сделать? Это вернуться не сможешь? Нет. Не догоню. Навряд ли догоню. Интерстеллар. Блин, да сколько я попыток туда предприму? Ладно, сколько надо, столько предприму. Попытка за попыткой. Давай. Очередняра. Я бы соотнес скорость, но разве это работает в скафандре? По-моему, это работает только внутри этого. Корабля. А что, если я приземлюсь? Братан, так дело в том, что я реально просто хожу. Я применяю джетпак, в смысле, ну, давление к земле делаю. Я когда на него нажимаю, я нажимаю на Ctrl. Это значит, чтобы меня придавило, наоборот, к поверхности. Но это не работает. Это не работает, это хрень сильнее. Бля, говорит, там белое. Ща выпрыгнет, сука.
Пацаны, только не белое, только не длинное. Это мое самое худшее. О, очень белое. Это самое нелюбимое. Из белых и длинных, самое длинное, самое белое, это самое мое нелюбимое. Сейчас, погоди, чужак. А, блин, это будет сложно. Я сейчас попробую не выходить из корабля. Я сейчас посмотрю, тает ли лед на той стороне кометы. Или только вот на этой поверхности. Если она освобождает какой-то проход, освобождает какой-то проход... Блядь, почему я ближе к солнцу? Все ближе и ближе. Вон он, да? Поехали, попробуем. Не, погоди-ка, если я буду на шаттле, то я не смогу пролезть в проход тогда. МБ освобождает примерзший корабль, но я в нем уже был. Я в нем уже был, я его телепортировал с помощью пушки в другое место и залез. По-моему, было так. Я не уверен, если честно, давно играл. А, Буся, кстати, вполне вероятно, что я так туплю, да. Вполне вероятно, что я так делаю. Ладно, сейчас попробуем. Если... Умная, может быть, попробовать сейчас вот стоять вот конкретно вот здесь, вот на морде, на морде вот этого вот, вот здесь, вот прям где вот эта вот трещина, там расплавится, я залечу, забегу. Но ведь я там и прятался, разве нет? Фак, ладно, чтобы точно знать, я предприму попытку. Тихо-тихо-тихо. Да тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас починю. Вот здесь, да? Так. Я отлетел опять от этого места. Солнце близко? Солнышко мое, вставай. Так, я не пойму, блядь, а куда... А куда делась эта хрень, этот разлом? О, я нашел. Заебись. Я разлом потерял, ты понимаешь, что происходит? Ебанашка, ты разлом потерял. Я пошел на ту сторону, я не могу найти разлом, я пошел на ту сторону. Начинается таяние. Может музыку поставить? Ай, блядь. А то трудись, музыка какая-то. Не, музыка попортит. Может какой-нибудь, не знаю, эмбиент включить. Пролетели уже солнце? Да, мы пролетели солнце. Здесь вообще ничего не... Здесь вообще ничего не меняется. Только на солнечной стороне кометы. Пошел искать. Давно ли на базе рекламу сделали? Fuck. Да, давненько. Кстати, было. По-моему, уже, да, уже несколько месяцев есть реклама там. Я помню, еще раньше бесячая была с этими какими-то мониторами LG. Прям бесячая? Ну блин, типа она выходила баннером таким, не очень раздражающим, но очень часто, типа, и довольно-таки здоровый он был. Вот этот разлом, да? Вот здесь внутри надо будет попробовать. И это же специалист настоящий в этой игре. Да, абсолютный. Только я еще ни хера не понял, ни хера не разгадал. Так, там северный полюс, сейчас быстренько проверим. Блять, тут скользко, просто ужас. А, ну ничего тут нет, просто на этом полюсе просто... Хм...
Слушай, это ваша игра все еще в этом производстве на моду? Ну, я бы это ад не назвал. Мы как вот ее начали делать на похер. Чистилище. Так и продолжаем. Да, чистилище. Ладно, попробую сначала в разлом. Это как бы первое место, которое приходит на ум. Потому что вся остальная планета... Та сторона не тает. Вся остальная комета... Ну, растаяла и растаяла. А в разломе мы бы что-то... Если сторона не тает и Катя не катит... Дождемся. Так, да. Пока есть время, я пойду быстренько к кораблю забегу. Пока есть немножко времени. Так, быстро. Оп. Так, все, пошли ждать. Отрицательно, там энергетика, не нравится мне это место. О, Юрий жареный вареник. Отрицательно, да, у места явно карма не в ту сторону работает. Так, этот ледовый дворец, я не представляю, если он растает, тут вообще можно типа найти какой-нибудь... Начну отсюда, наверное, вот отсюда. Игра Outer Wilds. Outer Wilds. Начну отсюда, пойду сюда... По-быстрому попытаюсь. Бля, ну тут лабиринт целый. Я не уверен, что я делаю правильные вещи, но буду пытаться. Нормас. Вот отсюда пойду. Сейчас уже приближаемся. Противное место, вот это вот черное, что это? То ты черного боишься, то белого боишься. Черного въебал. Так оно тут все страшное, что черное, что белое, вот эта вот дыра паскудная. А погоди, а куда исчезла черная? Или она все еще там? Это ты сделал, или я сейчас обосрусь? Блин. Если все это время, что мы ждем, и это будет просто так, каким-то же образом они спустились под землю. Это да. Этот сигналоскоп ни хера не показывает. Капец, орбита длинная. Торцевой неплох, кстати. Он даже иногда ссылки правильно выводит. Ну все, мы на обратном пути уже. Так, и теперь еще приблизим. Так, сейчас, секунду. Там. Что там, с чем-то пиздец? Нет, не особо. Жарко пиздец. А, блин, у нас холодно. Хорошо. Это. Хорошо. Все, мы подлетаем. Пацаны, я на самом деле. Уже. Я на самом деле не откажусь от супер маленькой подсказки. Супер маленькой. Тебе говорит, бля, смасюся подсказка. Делал бутер и параллельно смотрел стрим, отвлекся, в итоге намазал батон медом и положил колбасу сверху. Кстати, это не так плохо. Ты попробуй.
Может быть, ты что-то нечто гастрономическое чудо откроешь. Чудо чудесное. Гастрономический ужас, если можно сказать. Закатишь глаза и увидишь какую-то абоминацию из меда и колбасы. Идет на тебя. Белая такая длинная. Погодите-ка. Ладно. Твою мать, 3 минуты до истощения кислорода. Это вообще шикарная новость. А солнце уже вот подходит. У, сейчас пишет докторская колбаса с яблоком. Охуенное сочетание. Много сочетаний охуенных. Опа. Опа. Поехали. Максим, все хорошо. Все хорошо. У меня нет кислорода, что делать? Осторожно, поблизости призрачная материя. А почему такой шум дикий идет? А, это солнце, фак, я чуть не усрался, блядь. Я чуть не поддох, блядь, так тихо. На какую кнопку был этот... фотоаппарат, на какую кнопку был? А тут быстрой менюхи нету? А, погоди, вот так, да, все нашел. Так. Угу. Тут живут длинные белые. Мне тут подышать дали. Длинная Белоградская. Сука, эти все звуки как некомфортно. Читаем. Так-с. Под поверхностью энергетический сигнал стал сильнее. Что бы ни было, оно где-то в глубине, у центра кометы. И мне начинает казаться, что оно опаснее, чем мы думали. Ну и нахера мы все это придумали тогда? Шалфей, ты нас слышишь? Да, но очень плохо. Боюсь, если вы спуститесь еще глубже, связь пропадет. Не давай шаттлу замерзнуть, Шалфей. Мы вернемся, как только найдем источник энергетического сигнала. Ладно, только будьте осторожны. Началось, блядь, лавкрафтовский ужас. Нахера мне это надо? Нет каких-нибудь добрых загадок, где все танцуют и прочая херня? Так, ладно, надо выбирать, в какой идти. Так, окей, это не так. Это так, там была развилка. Зажмем. Там пишут давай в дыру. Не могу запустить разведчик по касательной. Я в бильярд херово играю. Сейчас еще раз попробую. Это еще хуже получилось. А боулинг? Ну, боулинг так. Летит в ту сторону. ММБ. А че дуркую? Подожди. Там выход на верхнюю часть. Окей. Значит, эти две нас не интересуют. Так. Боже, какая отвратительная... Что это за место, блядь? Чел спрашивает, спроси у Макса, пришла ли монеточка, пополнился ли кошелечек? Да, значит. Монеточка пришла. Так это я хотел показать видос, чуть попозже его покажу. А. Там вроде никого нет, но все равно страшно, твою мать. Так, ладно, и сюда попробуем. Ага, ну тут все, тут концовочная. Бля, мне даже страшно увидеть на фотке. Кстати, на фотке страшнее, ты знаешь, вот как загадочный снимок с центра кометы. Я дойду минут на 10. Ты серьезно, в этот момент? Я сыкло, я не могу, я проникся игрой, я там живу, я сейчас там, внутри этой кометы, я не за компом, вы не понимаете? Ну тогда на 15. Тихо. Так, там надо как-то будет мимо пролететь этой дырки, окей, я попробую. Я здесь.
Нет! О! Фух. Фух. Да ты чё, угораешь? Все, началось. Смотри, там полная жопа происходит. Ага. Мотыляет какая-то... Опа. Сгустки. А вот эта вот срань, которая как северное сияние, она убивает мгновенно или по чуть-чуть? Вы видели, там что-то промелькнуло? Не хочу. Так, подожди. Так, подождите чуть-чуть. Твою мать, блядь. Твою мать, блядь. Твою мать. Блядь.